Я вам покажу, как играть в одну игру. Называется iQuest. Она полезна детям для веселья. И она очень красивая. Вот так, ну, берет яблочко, оно катается, я сколько звука. Смотри, берем яблочко, и оно катится. И один игрок там должен, если к нему это яблочко попасть. Я придет все время там. У меня с яблочко попалось кому-то, с яблочком кому-то попало, вот он выиграл. Да нет, да, от этой игры. Говорим тебе, мам. Значит, вот процесса яблочко, это от игры. А кому яблочко не попалось, такой, он выиграл. Кому попалось, тот выиграл. И еще надо эту игру играть по правилам. Яблочко здесь держится. Потом мы его бросаем. А просто если оно далеко и не получается его сбить, или это игра, ее надо ручками подвинуть. Второе правило. Два игрока должны эту игру играть. Если один игрок будет одну играть игру, то точно то он забьет все пары. Вот. Правило еще одно. Третье правило. Нельзя в этой игре отказываться. Если будешь отказываться один игрок, я эту игру делала из коробки. Пока я это делала. И сняла эту игру. Пока.